О сути изменений в главном финансовом документе доложила заместитель главы Анапы Яна Дуплякина. Доходная часть бюджета увеличилась на 30,8 миллиона рублей за счет поступлений, краевых трансфертов и дополнительных налоговых платежей. Средства будут направлены в социальную сферу по программе «Доступная среда», на реализацию мероприятий по предупреждению детского дорожного травматизма, на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье и другое. Уточненный объем доходов составит 4 миллиарда 130 миллионов 32 тысячи рублей, расходы 4 миллиарда 226 миллионов 887 тысяч рублей, дефицит бюджета не изменится, составит 96 миллионов 855 тысяч 800 рублей и не превысит ограничения, установленных бюджетным кодексом. Серьезные изменения произошли в налоговом законодательстве. Принципиально поменялся подход к расчетам налога на имущество физических лиц. Отныне рассчитывается налог, исходя из кадастровой стоимости объекта, а она соответствует рыночной. Это приведет к повышению суммы налога в 3,5 раза. Введен переходный период. Все начисления разобьют на 4 года. Познакомиться с документом решения Совета об установлении налога на имущество физических лиц можно будет на страницах газеты «Анапское Черноморье». Публикация запланирована на первую половину ноября.